Есть Б двое. Б двое. Убил одного. Вода не вижу, вода не вижу. Б, бомба! Бомба Б! Иду, иду, иду. Вас четверо, пиздец. Только пушу, только пушу. Вау! Как он вообще это сделал? Шок забирает четверых, в итоге это квадрокилл. И... Сюда! Я сейчас записываю это начало ролика после шоу-матча. Друзья, это было интересно. Я не следил за 1.6 сценой. Я очень поздно пришел в CSGO в 2014 году. Вообще с Counter-Strike. Но сыграть с такой легендарной командой, это повезло. Повезло, что шанс был именно у меня. Потому что было очень много прецедентов. Было очень много возможных игроков. Спасибо, Синий, за приглашение. Я очень ответственно подошел к этой игре. В течение недели я засыпал в 9-10 утра. Но перед этим шоу-матчем я сбил режим и заснул в 11 вечера. И вот, остается до самого шоу-матча 5 часов. Я захожу в CSGO и просто играю ДМ. Я просто играю ротейки. Я просто стреляю на имбоц. Все это помогает, как минимум, почувствовать игру, понятное дело. Я хочу вам показать то, что я реально очень сильно подошел к этому шоу-матчу. И потерять тот шанс, который мне дали, показать плохую игру, я не мог. И к счастью, в этом шоу-матче я отыграл хорошую роль. В этом шоу-матче я смог себя оправдать. Я очень рад, честно, так как последние мои шоу-матчи, они были для меня не очень. Этот матч попадет в историю. Мы были на Шоу ТВ, но, к сожалению, нам профиля не создали. Я до сих пор там просто шок. Без профиля. Этот ролик я делаю для того, чтобы показать вам, что было на этом шоу-матче. Вы увидите от моего лица, от лица Сени, если он скинет, и от самого лица организатора турниров. Да, я думаю, что нужно будет сыграть еще раз. Ладно, я очень убитый, чуваки, серьезно. Но я очень рад, что такое вообще случилось. Еще раз. Поставьте лайк, такое... Событие встречается редко. А если тебе больше 25, то этот ролик для тебя просто лучший подарок. Наверное, ты следил за этой командой в 1.6. Приятного просмотра. Это будет хороший ролик. Так, Мусапу сливают нам ложки. Давай! Да! Смотрим шоу-матч, с вами Ухо, с вами Энканис, и это очень интересное мероприятие. Ну что, удачи. Поехали, парни, игра. Раш. Есть Б-двое, Б-двое. Убил одного. Вода не вижу. Б-бомба, Б. Иду. Вас четверо, пиздец. Только пушу. Вау! Да ладно! Шок забирает четверых, в итоге это квадрокилл. И... Сюда! Ёба, наоборот, пацаны, чё? Пацаны, сейчас можно Найка делать, чтобы калаши были в следующем. Да? Дело Найка? Это бомбу не ставили. Эдвард, первый контакт на медле. Отличный хэдшот по крашу. Так, а тут уже от импалы приемка. Пошел выход также через двери. Бомба выпадает, Сеня погибает с бомбой. Ну и опять же, это информация для стримера. Эдвард, какой хэдшот плетает. Сейчас спину выебешь их просто. Еще где-то. Мейн. Найс! Красавец, сок! Ой, сок, блядь. Сок, блядь. Пожалуйста, мне юнит-то лежит. Убил В. У меня буст! На бусте! У меня буст! И, кстати, ему тут коннектор было бы неплохо как-то подключить, чтобы помочь в этой ситуации. Сеня не пытается еще прыгать. Есть хелпа от Маркелова, нет ее, Ивлен его забирает. И Сеня, ну нужно уже спускаться. Позиция не самая лучшая, есть один минус, но тут же размен от Эвелона. Порущик, он красный, блядь. Порущик стоит. На распен на машине. Битый. Блядь, два... Красный, сука. Я и в того попал. Все, парни. Тримеры выглядят прям уверенно и хорошо. По крайней мере, пока. Посмотрим, что будет дальше. У нас очень быстро занимается мейн. Натус Винсера в соло, пока импала принимает апленд. Хелпа ему будет в виде краша на хайвее. Подтягивается также Вилон в коннектор, откидывается хаешечка. Ну и сейчас будет сплит-выход на базу А. Как мы видим, 3 плюс 2 будут Нави заходить на этот плент. Пошел заход. Кстати, там импала. Да, у него есть помощь от краша. Тут работает через девятку. Минус
В ответ, Эдвард, неплохо, можно дальше выходить. Пока что импала закрылся смоками, кстати, это довольно неплохо, его могут здесь не прочекать. Не вместе выходят, Сеня отлетает, и Эдвард на дефолте тоже ничего не смог поделать. Такое ощущение, что там вообще не было информации, тут уже три игрока. Девят. НБК жив, и убьешь его один в один, он в этот он, центр пункта. Второй спина, вышел. Спина. Найс. Куда? Найс трай у него был. Ебать, крип. Ебать, упал, это Блядь, 5-0, и стримеры пока доминируют на этой карте. Да, но ты знаешь, мы увидели только что единственный близкий раунд в этой игре. Ну, хотя бы у нас какой-то клатч, там до конца было непонятно, кто выиграет, а так-то постоянное преимущество по живой силе от команды стримеров. Под нами, убил. Дал смокл. Да, еще один открылся, жду. Аккуратно. Снизу. Опа, просрели меня, блядь. Игрока команды нами продолжает после убийства от бустера на Сеня. Зевс не прыгает, он опасается врыва через спину, а тем временем его команда погибает. Эдвард не смог выйти, Маркелов разменялся, ну и Краш ворвался уже. Тут Зевс последний, 1 на 3, и это легкая добыча для Краша. 6-0. Найс! Найс! О, ебать, хорошо, блядь. Все потому, что мы на кибершоке тренимся. Нас замутили, замутили. Упати. Капля. Найс. Найс. Алаш. И М-ка. Хлопа вышел один. Двое. Два хлопа. Найс. Хорош. Найс. Лежать. Хорош. Так, ребята, ребята. Давайте рашит мидл, да. Да, гоу рашит мидл. Сразу. Выходите. Я подсаживайте. Сеть подсаживай. Сеть подсаживай. Окей. Старикс, выходы под флешки, но у него нет информации по противнику с Макея. Это проблема. Эдвард забирает бустера, а это уже решение всех вопросов на центре, потому что Крашу нужно отходить. Он имеет у себя 6 хп в наличии. 5 на 4, Нави занимает центр. Вилон пытается пикнуть на коннекторе, но Старикс не выпускает. Пока что Старикс лучший в этом раунде, на самом деле. Хотя тот самый фраг сделал Эдвард. Ну и Нави заходят на Б. По-моему, они сейчас читаются. Шок в упоре делает минус. Есть размен от Старикса. На девяточке работает Эвелон. Нет размена! Эвелон делает 3 минуса! Как же жестко он здесь работает на А-пленте! На Б-пленте, простите! И Эдвард остается один против двоих. Правда, битые оппоненты. 40 секунд до конца. У Эдварда есть шансы. Он увидел Эвелона. Пережал его. В конечном итоге остается Эдвард. Красный против Кураша. Молодец! Гладишка, красавец! Направление... Атаки, скорее всего, на А. Да, там Сеня тоже готов выйти через скрип. И переключаемся мы, наверное, на Эвелона, который должен работать за холодильником. Тут, кстати, за смоком неплохая позиция, чтобы убить Старикса. Нет, прочекано. Тут же хедшот. 2-3 ситуация. Не знаю, будут ли брать здесь раунд. Вообще пробовать брать раунд, ребята, потому что денег нет. Да, пойдут на выбивание. Импала пойдет через квики. А Шок действует через машину. Стреляйте там все. Плант убил. Один хайвей. И второй неизвестно. Молли есть еще. Тройка. Найс! Nice. Хайвей! Найс! Из тайкью, блядь. Куда дать? Я сейчас начну добивать уже. Блин, доплайте уже! Парик, уже доплайте! Найс! Nice. Еще один плент! Два плент! Другой красный. Ёбаный в рот, шамадаём, блядь, НТ. В этом раунде 9 для команды стримеров. Бомба должна быть разминирована. Всё-таки да. Молотов летит на плент, туда пытается выйти красный Зевс. Эдвард закрывает Кураша, Эвелон на размене. Слепнет от флешки, и под неё же работает Зевс. Неплохо. Шок. 1 на 2 ситуация. Как так... же стоит сыграть? Опять же, он слишком далеко находится. Слева может быть. Слева может быть. Есть ТП. За тройкой может быть. Блин, блядь, здесь реально бы в скрипе был. Такой чувак, как будто с Б прибежал, блядь. Да. Мид может пройти, и шорт может залезть. Двое Б, раскидывают Б. Форс бай, погибает Эвелон и Шок на базе Б. И, в общем-то, плент открыт для того, чтобы устанавливать пакет и забирать этот раунд для себя в плюс. И сейчас будет какая-то серия позитивных раундов. Кураж забирает Зевса, подбирает АК-47, очевидно, что нужно его сейвить, и юмпик у бустера. В общем-то, денег у стримеров на следующий раунд нет. Ну и реверсус Винсера забирают в третий раунд. Ну тут еще, конечно, карта кэш такая, тут вопрос в том, хватит ли там этих 4-5 раундов, если они получат себе в актив. Нет. Красный. Убил.
Второй. Да, флеш на план. Не, мы эти вас убили. Минус. Это база. Не, мы сейвич. Я прохожу, по-моему, попал, думал, в кого-то. Да. Дал туда коктейль. На 9, на девятки лазит. Битый, ребят, нет, труп, справа. Убивайте его. Я вот тут смотрю, Марик, ты сам. Nice. Марик его разъебывает по реакции. Б2. Ну, бустер 1-2 на самом деле должен задуматься. Он-то не знает, что оппоненты красные. Тут, может быть, стоит подумать над сейвом. Вентили не разбиты, вот в чем проблема. Да. То есть он разбивает их сразу, тут еще больше информации, в общем-то, больше времени для команды Na'Vi в этой связке как-то сориентироваться и подстроиться под действие бустера. Так, по Зевсу информация получена, но где Сеня? Вот в чем вопрос. Тот за дефолтом пока что прячется, бустер решил просто, наверное, уйти домой. Не, ну правильно, тут на самом деле тут сейвить можно было в принципе сразу, потому что ситуация очень такая неиграбельная. С одной стороны, да, но с другой стороны мог прочекать план. Два даже, винты упал! Винты! Убил! Nice. Где вас? Сзади бежит, сзади! Король пистолета, осторожно! На раунд играем. Блять, нет. Найс! Nice! Я нихуя не понял, кто в итоге с гранатами, куда мне? Откидывает смок на Б, заходит уже в винты. Бустер в это время находит минус по Маркелову. Эдвард забирает бустера, пошел выход на Б. А здесь у нас есть Старик с П250 в упоре! Справляется с импалой, выбивает бомбу, открывается дальше Кураж. Делает размен. Ну и Кураж с Шоком остались вдвоем против Зевса и Эдварда. Но те красные, так, ну... в свою очередь, Зев слишком опрометчиво двигался и как-то в соло решил. Я понял. Берем два подряд. Слева. Вышел мидл. Я ушел. Посади тебя, Сай, Серег. Давай. Кидаю смок, шорт. Справа пикает, справа тройку пикает. Убил. Nice. Ящик! Один красный! Один хп, ящик. Бил. Хорош, бустер, 2 в 1, это Сеня. Мейн, бежит. Найс! Не гори! Как же они сейчас будут играть? Зевс уже никак, Сеня должен спину убивать. Нет, не получается, Вилон с разворота забирает его еще. Эдвард там тоже пал импала, закрывает Маркелова. Старикс последний, увы. Да, ну пока развал за атаку, стримеры ведут 4-0, выигрывают без шансов. Ну, без шансов по игре в целом, мы видели, как зашли на А. Ребята очень четко разобрали на запчасти на Ату Свинсера. Мейн задымил. Дверь смотрю. Форклифт красный. Трактор. Два, еще один вышел. Еще под один тобой. Был под Б. План. Так он у меня. Да, ну, да. Понятное дело. А я думал, Шок его приконтролит. Они все, блядь. Без головы он два раза. Там просто... Они все, блядь, спали и это... Нормально. 14-9. Ну что, камбэк? Кто звонил в камбэчную? Признавайтесь. Ставьте плюсик в чат, если вы звонили в камбэчную, дозвонились. Зевс последний, АК-47 на руках, откидывается молотов за квад. Там горит Эвелон, пытается отойти. Зевс не находит, получает. Как он его убил? Через смог. Через смог. Трак один. Трак один, Эрик, тут прям сразу. Идите два дверь, дверь открыта, идите два дверь. Блять, ну запушил дверь. Найс. Хорош. Ставь. Чё он там вытанцовывает, блядь? Можешь дверь в другую сторону открыть, дверь сядать. Забери, я подожди. Да хорошо. Чёрт. Я могу, я открою и убью, готовы? Трактор. Погрузчик. И сайт. Погрузчик. Найс, ставьте! 2-2. Найс! Бомбу, Вилон, пожалуйста! Возьмешь пачку, поставишь пакет? Жить. Найс! Ребят, мы забрали карту! Ничего такого, братишка, бля. Я в свои годы не таких ебал. Так, сейчас идем 1-6 на круже. Блядь, такой тильт, нахуй. Блядь, что-то в конце потно началось. Они сейчас тоже разыграются, я шучу, это жесткие же пацаны. Там реально есть хорошие ребята. Так, ножи у нас начинаются, да? Да, ребята, еще раз всем здравствуйте. Да, с вами Уха Инканис, и это шоу-матч, вторая карта между командой Na'Vi 2010 и стримерами. Очень интересный состав, ребята доказали только что умеют стрелять, умеют думать, умеют играть вместе. И вот Na'Vi на том самом Тускане оказались спустя 10 лет и показывают нам уже свои чудеса. Хотя вот, опять же, ножевой раунд, да, насколько он важен сейчас был, наверное. Ну, может, не так важен, опять же, как и да. На кише в целом. А мне кажется,
что если вот ты играешь в команде стримеров, тебе хотелось бы начинать за защиту. Ну, возможно. Хотя это не точно, опять же. Да, возможно. Кого-кого надо? Аккуратные ящики все, лево, право. Я слепой. Один плыть, один. Так это вот дверь. Коты один. Коты. Дверь. Дверь убил. Коты. Вот вы говорили, бля. Первые раунды команды Na'Vi 2010. Ну тут все очень четко на самом деле было отыграно. Ребята сыграли пистолетный раунд, который обычно вот профессионалы и показывали нам. Это больше тусовки на центре, больше тусовки возле Зига. Поджимает мидл. Пошел первый минус. Этот... Ой, тут будет сложно играть на самом деле, потому что тут и кот зажимается, и Зиг. То есть с двух сторон тебя просто хоронят. Это не самый оптимальный пистолетный раунд, вернее, эко. Для того, чтобы поставить бомбу, но... В любом случае, такая вот попытка у нас у игроков команды стримеров. Шок играет по Зевсу, но Эдвард его находит. Там что-то чел хуйня, как и... Бля, меня не слышно было это все время. Давай! Найс! Боже. Ребят, снимите глушители. Глушители ни о чем. Будет легче без, отвечаю, блин. Сеня. Нужно убивать. И тут же залетает размен. Да, неплохая попытка. Было бы круто посмотреть на нож в подобной ситуации, но слишком близко находился игрок атаки. Что у тебя в руках за хуйня? Бля, я не могу к этому серьезно относиться, это пиздец. Но она просто не отобразилась на GoTV, и попытка выйти, почекать все углы. Краш одного забирает, второго тоже, и наконец-то есть еще один раунд. Для команды стримеров классно разыграл 1 на 2, и тут не дочекали просто угол, что один, что второй игроки команды Na'Vi. 9-2. Так, ну деньги есть у Na'Vi, тут как бы все хорошо, традиционно поджимается мидл. Зевс решил дальше не агриться. Ну и ребята побежали в сторону Б базы. Старикс тут принимает импалу. Кураша делает минус по Эвелону. Маркелов 2 ВП здесь работает. Эдвард приходит, забирает бустера. То есть тут, в принципе, сейчас Na'Vi, по-моему, даже прочитали своих оппонентов. То есть 2 было на Б. Ну да, сработало только что Б. Ну как... И понимали, что будет выход сюда. Я выхожу, ставлю ебаль. Да я ебал, но это невозможно выиграть. Блять, ты понимаешь, что нам следующую по-любому теперь надо забирать, блять? Это задорот, ты ебаный. Это пизда вообще. Да, да, на пизда, блять. Не топы. Ну, пристройка еще. Выше. Топлаж коннектор. Мимо пристройку просто еще. Найс. 12-2, блять, сосать, да. Ну, фнатиков мы жестче убивали, помните? В бой с ней. 16-0. 16-0, да. 13-2 в итоге в защите. Опять же, ребят, могу вам сказать, что для Тускана это не совсем типичный счет. То есть в целом тут даже да, кстати, достаточно спорно, ну, не совсем понятно, какая сторона сильнее. То есть, все повторяется. Давай, блядь, стой, подожди. Малый, черт! Минул. А вас убили в шорту? Да, минул. Он, блядь, иди! О, шорт точнее, блядь. Убил. О, хорош. Как крипары. Пока что все неплохо, но до поры до времени. Валон, Краш подключается, Зевс на размене. Тут уже не выйти никак, Шок заходил в спину. А, у него дульки. Походу, мисклик. Кстати, дульки у нас уже появлялись в Валон в первой половине. Выход на Зиг, Краш. Неплохой спрей, 2 минуса. Зевс все-таки дульки свои тоже реализовал. Такая ситуация для Na'Vi неплохая для того, чтобы выйти на точку Б. На самом деле, Эдвард еще находит Эвелона, который пытался заходить на центр. Шок играет на размене, но дело в том, что, наверное, на Б пропустили. Да, там Зевс уже находится 17 кп, а Старик ставит бомбу. 2 на 2. Кстати, у Зевса очень классная позиция. Импала его чекает. Ах, Импала! Хитер! Старик сделает минус по Шоку. По Импале была инфа. Да, тут на опыте Старик. Вообще прицел нахуй не нужен. Они что, тренились, они на 6, блядь? Да, они тренились. Пиздец. Простреливай. Щелку, щелку убил. Ебать. Ну они что-то знают в этой игре, да, по-моему? Не. Как будто чемпионы мира, мне кажется. Не, блядь, а мы сколько взяли? 4... Ёб твою. Нормально. 4 раунда. Бил след, правда. Плэн. И где-то слева дверь. Там два!
Хватит еще. Мидл, найс. Сосай. Охуенно, если бы открутили, блядь. Фолан зашел, блядь, наверное. Ебать нам хуёво. На стриме, у меня просто только, да, разминка началась. Хайк! Лоу хп, очень лоу. Парни, за кого лучше? Вообще достаточно вроде. Да, да, понятно, кто здесь батя. Бля. Мы, кстати, не определились, кто где играет. Я бы в миде поиграл. Я бы... Блядь, ты что, красный? Алло. Давайте это, кто где играет. Поехали смотреть. Выигрывают ножи стримеры и начинают они за оборону. Я комментирую вместе с Инканисом. Еще раз добрый вечер, всем здравствуйте. Че, мидл съебал? Проходи, Мари. Убил. А Бэйва нет. У меня нет патронов, и я на респе, блядь. На Титанике. Знаешь песню? Да, да, да. Пока на Титанике. Без пизды, говорю. Хорош! Ай! Красава, Валечкин, бля, лучше! Да, и это может быть уже последняя карта, на самом деле, для стримеров. Так, под флешку классно здесь словили Зевса. Здесь Сеня делает рефраг. Сеня продолжает здесь обороняться в коробке. Нужно отходить, потому что сейчас могут с пистолетами просто затыкать Сеня! Со стрельбой в итоге справляется все-таки. Сколько снял, интересно, просто ради интереса? Хватит не на фокусе. Я на двину с бомбой. А Диави! Мидл убил. Диави был. Вэ поджали, походу. Он сдох, старик. Убить! Говно это, блядь! Верхняя, окно. Не сильно бить. Найс, блядь. Найс. Авик, у тебя есть, Марик? Да, да, да. Все. Ебем, блядь. Давай посмотрим, как это будет работать. Эдвард уже первого забирает, бустер. Оу, бустер, хорош. Два фрага, ничего себе. Да, но нагоняет тут же от Старикса. Все еще ситуация 3-3 равная. Но ненадолго. Так, подождите, кураж. Есть минус по Эдварду после падения шока. Опять же, бомба поставлена, Маркелов находит кураж, а последний Эвелон. По нему пока информации не было. Ну, стримеры могут наказать, на самом деле. Я смотрю, что вот Нави так откровенно лезут стреляться. И стримеры могут наказать, потому что мы говорили, да, о стрельбе достаточно на хорошем уровне. Стрельба у этих парней. 6-1. 6-1. Старик сделает заключительный минус. Смотри, чтобы в КТ не упали. Бог ебанутся в КТ. КТ, КТ, КТ! Найс. Я пошел ланг обходить. Я ебал нахуй. Один в один. Будь пикать, скорее всего. Подъем, видел, подъем. Ай. Странно. Все клячек проебан, все проебан. Да, 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 да. Ничего, ничего, ладно, похуй, похуй. Проебем, так проебем, блядь. Хотя что-то тебя успокоил, блядь. Нет, что-то. Кидает пода. Убил шорт. Мидл. Я не могу, блядь, попасть нахуй. Шор. На размен, я на размен. Я ебал, лон. Она тащит, блядь. Хорошо. Но по машине едет, блядь, конструктор. Тише. Алло, меня вообще слышно, блядь? Не, кстати, бустера здесь, по идее, не должен, да, чекать. Да, он сейчас пикнет Марика. Да. Отличный угол. Ну и Сеня. Посмотрим, как... Он меня не снизу. Сеня, давай. Где он? На пленте где-то, не знаю. Меня прошил. Смотри-ка, слышал тебя, сучонок. Вот чё, не это клуб! Эй, блядь! Чё, мидл? Вас Xbox был. Он с авиком. А где он, парни? В метле где-то. Первого авики с успеем. Мы за три не схватимся? Решение. Ой, хороший выпад под флешку. Классно здесь действовал бустер или... А, ему накинул импала флешку, в общем-то. Выпад был в любом случае неплохой. Но Эвилон забирает Маркелова. Сейчас можешь ближе подходить. Близко! Найк! Расстави! Сколько я ему снял, интересно, в нижней флешке. У меня вообще не залетает, у меня какая-то... Под мидом, под мидом! Мидл. Отдал. Мидл запушил, уже в респе. Они вообще охуевшие. На тебе тоже снайс. Живи. Мидл. Двери. Блядь, ебать, это еще и скаут, но. Не убью, блядь. Блядь, надо было Почла до сих пор респе стоял, блядь. Я бегу, блядь, я контролил коробку. Класс на Б, может Т-шку поджать. Шок, бомба в Т-шке, 30 секунд. Хорошо. Ну, кстати, 25 секунд, он побежал в сторону Т-шки. Времени все меньше и меньше, подобрал фармик. Ну вот сейчас время, наверное, есть только для того, чтобы убить Зевса. Зевс, ну, опять слышит? Же, тут нужно уже бежать. Да, ну, слишком просто все получается для Данила Тесленко. Нужно кидать их. Найс! Банки, блядь. Банки, наверное. Ваня, банали шорт, давай шорт даем, выйдем. Плюсай. Пачку скинул.
У меня смог есть, смог есть. Давай, 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 давай. Медаль в КТ. Убил. Найс. Дал смог. Дал флеш, проходи. Там только смог везде сделать. Я белый. КТ. КТ, КТ. Осторожно. Шорт. Шорт. Хорош. Красавай! Да, и чё, у меня денег нет нихуя. На нахуй, выебано. Да, не вообще. Кураж выходит просто на мид, блядь, их пиздит. Они заебали меня, я хочу просто, блядь. Ничего, у меня денег нет. Испанский взял. Два КТ, двое, два КТ на бусте, они сейчас бустятся будут. Сейчас на бусте двое. Найс. Фонарь, проходим. Давай, давай, проходи. У меня релот. Дримерс, нахуй. Буст КТ слева по стенке. Ставлю упаковку. Бустится сейчас будет. Лонг один, лонг КТ. Иди нахуй, ты сука! Блядь, ты чё сейчас 1-6? Ну, голпор с парофлем, реально. Ну что, у нас рестарт пошел, ножи, да, давайте смотреть. И наконец-то... Шоу-матч. Тут еще и будет нормально карту видно, кстати, поэтому я буду показывать чаще. Ну и здесь, наверное, ножи хочется выиграть. Все-таки карта, ну, КТ ориентирована, это правда. Меня чел в бошку, ёб... А, понятно. Две башки у меня. Хорошо хлеба ебашит. ЛКМ он мне в голову дал. Без головы! Глон. Еби, Давиде, найс! Глон сайт. Забери юз, бери юз. Давай. Ебался нахуй. Пиздак. Блять, нет. Пожалуйста, вместе, пожалуйста, парни. Вам один. Не умер. Шок, жить, шок, жить. На пачку, на пачку. Играйте на пачку. Пачка под тебя, шок. Ты один на вилан. Потому что твой красный, 20 хп. Малая. Найс! Найс! Сосай, блядь! Старьё ебаное, блядь! Вышел один тип. Да, вышел. Один дефолт умер, еще борт. Минус борт, последний неизвестно. А бомба, посмотрите, была, нет? Мидл. Да, бомба на. Калаш же, забрали? Забрал, конечно. М-ку взял. А, все. Тебе вернуть? Один А. Этот просматривает мидл, перестреливает Кураша, шок отвечает уже по Маркелову. Шок! Хороший минус еще и по Эдварду. В итоге остается у нас Сеня один. Видите, он держит банан. И я так понимаю, что стримеры, конечно же, в курсе об этом. Пошел зажим на 30. Сенька затопил, перестрелял бустера, ну и один в два. Бомба-то стоит, нужно есть. Уйти, да, на большие пески и ковры. Именно оттуда будет играть Импала, слышит он передвижение противника. Сегодня пытается выйти, был, конечно, даблдак, но голова здесь отлетает. Вот АК 47-го. Маркелов поджимает АВП, с АВП банан. Ну как же не летит Марик, все-таки справляется, делает минус по шоку. Также Сеня забирает Импала. Импалу, и остается у нас Эвилон последний. Заходит на ребра, убивает Сеньку, который там загулял. Ну, Эвилон остается один в два, кстати, непонятно, бомба у него или нет, я не вижу. Нет, бомба не у него, бомба лежит на ребрах. 30 секунд. Да. 25. Стоит ребра, три ребра. Да, двух отстрел. Куда они идут? Ну, пять просто отстреливали меня в малых. Я возьму поделать. Нет. Один пресс. Бля. Ставить будете? Может, сейванете? Да, давай, давай. Ладно, МТВ стиль. Ходим. Красавцы мы все, конечно. Аккуратно, крыс. Спину возьмите себе. Авик сейвит второй? Второй авик сейвит? Блин. Гоу, я влево сразу же пропрыгну, а вы в пески. Бля, я босс. Окей, вы готовы? Да, готов. Я налево уже ел. Мы можем это сделать. Бля, это невозможно, блин. Ладно, я попробую. 20 где-то. Ебаная помойка. Как я раньше в это играл, то просто... Я тоже, я не понимаю. Я за 2 игры набил больше 6 фрагов. А деньги вообще... Шок. Уже включился, это был банан. Зев сыграл на размене. Марика потеряли, бустер идет вперед. Нужна какая-то флешка. Иначе будет сложно убить, быстро прошивает в итоге Зевса, пытается также убить против Арки, сработал, да, вместе с Курашем, и Сеня упал. Правда, Старикс тут с АВП не отпускает, опять же, где смог. Такое ощущение, что Зевс хотел флешку правой кнопкой бросить.
А этого же нельзя сделать так-то. Так, снова Старикс. Просто класс ситуация, забирает он Кураша. Идет дальше за плентом Эвелон, будет играть по звуку. Нужно очень аккуратно отыграть против такого опытного зубра Counter-Strike. Пытается обойти Старикс, чекает двойку, тройку. Никого пока не находит, и вот он прыжок Старикс! Господи, что это было такое? По всему. Ну там важный минус делает Зевс по Курашу. Сеня перестреливается с библиотекой. Здесь Импала и Эвелон начинаются... Ой, Эдвард там прилетело. Импала падает, Эвелон остается один против троих и... Их двое, да? Большие! Это пиздец, блядь! Сашка-то один, блядь. Ну ты понимаешь, они хотя бы дали нам 10 раундов, блядь. Ну 10 хотя бы. Не, на самом деле весело. У меня нет гранат, я первый. Я дам дым. Дал дым. КТ. Да, блядь, я заплачу, походу. 90. Да, да. КТ нету, смотрите банан. Хуй было. Сеня, ты там понял. Я взял КТ банан. КТ нету, смотрите банан, говорю. Окей, окей, я к Сене пошел. Ты. Еще один тип. Блин, я специально не резал. Тяну время, время, тяну уже. Да меня не убил! Боже, супер жалко. Чел, его модека просто смотрит по сторонам 360. Дать нам неделю, мы 16-0 отъебем нахуй в CSGO быстро. Не-не-не. Да, в CSGO. Почему здесь оружие так трясет, как у ебища нахуй? Бля, остались очень жестко. Они зарезали, блядь, надо это. На нахуй. На, блядь. Я, блядь, коху мы играли, козьбой. Блядь, какой же я удовольствие. Это еще не все. Или все? А, все, слава богу, блядь. Вот так вот у нас прошел шоу-матч. Я считаю, что было неплохо. Опять же, я рад, что не был мясом. Я рад, что мы сыграли не три карты, все-таки четыре. Но 1.6, конечно, для нас это было ГГшкой. Ну, мы реально там не умеем ничего делать. Будем ждать шоу-матч. Еще один реванш. И покажем уже лучшую игру только в CSGO. В 1.6 больше не будем заходить. Игра все-таки уже все, и мы не можем. Ну, мы не... Нам... Это непонятка полная. У тебя на экране ролик. Советую тебе его посмотреть. Ну, а нажав на мою аватарку, ты можешь подписаться на канал. Пока.